Так, друзья, начинаем, продолжаем объект. Стоило написать в комментариях вчера, что компания ПК Профиль работает быстро и четко. Как тут же косяк, не привезли профлист в 10 утра. Вот Кирилл стоит, он ждет подъем профлиста, но теперь пообещали, что привезут только после обеда, то есть это где-то в час. Поэтому 3 часа человеку тусоваться и, собственно, и делать и нечего. Поэтому сейчас рубрика «Школа злословия» небольшая. А именно, я сейчас начал, продолжил монтировать, в том числе пароизоляцию. И по качеству, значит, просто хотелось сравнить, почему такая цена в Сатурне и в Петровиче. И в чем подвох иногда бывает. Смотрите, значит, пароизоляция в Сатурне, она стоила 732 рубля. Которую я заказывал в Петровиче, 1300 строил, это из Астронг. Но по качеству, то, что привезли из Сатурна, такая тоненькая порнографичная пароизоляция, которая в Петровиче продается под брендом КМ сейчас. То есть они ввели такой свой говнобренд дешманский. Вот. И, допустим, такая пароизоляция в Петровиче стоит 500 рублей, а здесь 700. Это раз. Дальше провила. Провила Петровича я заказывал усиленная, трехметровую трапецию. Вот, но там явно было видно в смете, что нужна именно усиленная. Вот, не знаю, видно, нет, то есть оно очень-очень сильно ходит, прогибается. Такое провило также есть в Петровиче, но стоит оно дешевле. Хотя здесь еще дешевле. Значит, здесь у нас получается так. Здесь 680 рублей за это провило. Такое же плохое провило в Петровиче стоило 900 рублей. А мне нужно было провило за 1200, усиленное. Так, дальше. Теперь давайте про перчаточки. Перчатки очень важная тема. В Петровиче беру такие, заказываю с нейтриловым покрытием. Стоят они примерно 100 рублей. Казалось бы, дорого, но зато долго служат, хорошо работают. А теперь сравните с тем, что привезли за 60 рублей, ну, как аналог. Вот, ну, я думаю, комментарии излишни. Я думаю, все такие видели в Леруа Мерлен, в хозяйственных магазинах. Вот там перебрать грядку, отличные перчатки. Вот, ну и по поводу крепежа, весь крепеж здесь СФС, таких желтых коробках, я думаю, многие знают. А в Петровиче это всегда хардфикс. Вот, и когда вот прикручивали доски, конечно, качество разительно отличается. К сожалению, не в сторону СФС. Вот поэтому, собственно, и дороже. Петрович и чуть дешевле в Сатурне. Кстати, бодейку привезли бибер, но мы в нее будем набирать исключительно воду, потому что я на нее не надеюсь ни капли. Но, возможно, в конце, ради прикола, мы сделаем в ней пару краш-тестовых замесов и разорвем ее в хлам. Итак, теперь уже все практически подготовлено ко всему профлисту. Остался только уголок с инструментом заставленным. Но профлиста так и нет, поэтому ждем. Дело в том, что сегодня пятница, а на понедельник на утро, на 10 утра, доставка уже, сколько там у нас, 8 тонн ЦПС. Кирилл будет тоже поднимать его. Поэтому сегодня кровь из носа нужно все сделать. Поэтому, ну, надеюсь, профлист придет и с Сашей бегом бросимся, чтобы сегодня подготовить полностью основание, в том числе арматуру, сетку там и подставки под маячки. А пока пойдем, попьем кофе. Бодрячком. Все, привезли полностью все материалы, в смысле профлист, и мы бахнули бодрячком. Сделано полностью два помещения. Ну, все как обычно, все как обычно. Профлист, сетка, арматура связано, заведено в стены, выставлено на палубки, в проемы брошена пленка. Все прикручено, прихвачено, усилены нужные места, там где нужно усилить. Разобраны козлы. Саш, твои впечатления? Ты же тоже там не один десяток полов сделал. Я думал, я киборг, но Дима киборг еще плюс 10%, короче, на самом деле. В общем, делаем все быстро. Ну а так, можешь сказать вообще, вот в целом, у тебя тоже большой опыт. В чем технологические отличия есть или в целом? В принципе, есть меньшие операции, как выяснилось, да, они не, ну, действительно меньше, быстрее операции. Есть ненужные операции, которые, возможно, мы делали. Вот. Все в целом быстро, все оперативно, ну... Отработанные движения, как бы, обоих, поэтому. Да.
Все, ладно, друзья. Второй день закончен. Завтра привозят ЦПС, ну, вернее, в понедельник после выходных делаем стяжку. Все. Всем пока.